Все, зайчик, давай, я уже буду баиньки, а завтра увидимся. Давай, папа, люблю тебя. Прокатила. Алло, Наташ, ну все, короче, я такси вызываю, через 5 минут у тебя. Смешно? Не, серьезно, есть люди, которым вот эти шутки кажутся смешными? Я уже много раз говорил, что в каждой шутке есть только доля шутки, а остальное правда. Вот эти вот комментарии пишут женщины. Там. Ну что, друзья, верите?